Футбольный клуб «Нижний Новгород» возвращается из Москвы с 3 очками и продлевает свою победную серию до 4 матчей. В 11-м туре команда Роберта Евдокимова встречалась со столичным «Торпедо». Первый тайм голов зрителям стадиона «Лужники» не подарил, но вот во втором нижегородцы забивают 2 безответных мяча. Счет открывает в самом начале второго тайма Султонов. Маляров делает подачу слева, Сулейманов грудью скидывает мяч под удар Султонову, и Мухаммад неотразимо пробивает в дальний нижний угол. На 76-й минуте матча Гацук делает длинную передачу на Сулейманова, и Тимур, оставив неудел двух защитников, пробивает в противоход Конюхову. После победы в Москве в турнирной таблице ФНЛ нижегородцы делят 2-е и 4-е места с самарскими крыльями Советов и Спартаком 2. Следующий матч команда Роберта Евдокимова проведет на домашней арене в это воскресенье. В гости к Нижнему Новгороду приедет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 16:00.